посреди твердыни земли стоит на краю света, где бежит с высокой серой горы Балчайты ручей Аржан. И растет на берегу источника огромное дерево Шаман Хам Ильяш. В далекие времена, на расстоянии 99 лет и 99 раз постолько, жил богатырь. Звали его Доржмадыр, алмаз-богатырь. Не было парня красивее и статнее его. На охоту пойдет, с большой добычей вернется. И была у Доржмадыра невеста, девушка красоты невиданной, добрая и веселая. Звали ее Айсу, зеленая вода. Утром ушел юноша на охоту, а невеста поспешила к священному источнику. Солнце поднималось над лесом, обливая золотом кроны деревьев. Девушка шла по узкой тропинке и напевала. Ее серебряный голосок сливался с щебетом птиц. Вот их устойный родник. Вода в нем прозрачна, как слеза. Дух источника Рея приветливо встретила Арсоу. Девушка набрала воды ладошки, напилась и умыла лицо. Вдруг тьма упала на землю, черная туча закрыла солнце, грянул оглушительный гром и раздался дикий хохот. Это шумов, малый дух пришел из подземного мира. У него 6 голов и 6 постей дым валит. Глаза его как угли горят. И заревело чудище. Клыками схвачу, на рога посажу, ногами затопчу, потом проглочу. Испугалась Айсу. Дерево там Иреш бросилось на защиту девушки. Шумус метнул в опасного защитника. Заклинание огня. Загорелось священное древо. Эйе, водный дух, направила свои живительные струи на огонь. Но чудовище обрушило огромный валун и засыпало родник. Захотел Шулмус забрать Айсу в подземный мир. Девушка оттолкнула чудовище, да только еще больше разозлила злого духа. Сотворил он заклинание и обратилась красавица к березой. Шулмус расхохотался и проглотил солнце. Только месяцу удалось спастись. Закати со серую гору Балчайты. Вернулся Доржмадыр с охоты. Поспешил в дом отца невесты. Старик был в тревоге. Давно ушла дочка к нему и не вернулась. Побежал богатырь по лесной тропинке. Едкий дым по лесу стелится. Видит, в ветвях Амаяш огонь горит. Полыхает крона жарко. Не подойти, не потушить огонь голыми руками. А священный источник завален огромным валуном. Кинулся Доржмадыр, вызволять ее, разбросал камни. Вырвались воду ручья на свободу и потушили огонь, кроме дерева. Оглядел поляну богатырь в поисках невесты. Неподалеку береза ветвями шелестит. Рассказала Эйе, какая беда приключилась. Белоствольная береза — это красавица Айсу, злым духом заколдованная. Тут месяц выкатился из-за серой горы и спрятался за могучую спину богатыря. Вдруг на поляну Шулмус выскочил. Сверкнул глазами богатырь и вскричал. У тебя 6 душ, да все боганые. У меня 1, да чистая. Началась промеж них яростная битва. Не на жизнь, а на смерть. Доржмадыр мечом взмахнул. И полетели все 6 голов чудовища. Разверлась земля и погладила злого духа. В тот же миг задрожали синие горы. Колдовство разрушилось. Выкатилось солнце. Засияло, как и прежде, вечно в синем небе. Глядит юноша, а вместо березы стоит его красавица-невеста. Обнялись они крепко и вернулись в деревню. Скоро настал светлый день свадьбы от важного богатыря Доржмадыра и юной красавицы Айсу.